Семейное путешествие до Ярославля с 28 июня по 3 июля. Первый день, остановка Тверь. Мы остановились. Что? Кружка? Отлично. Остановились на заправке Лукойл, на платной трассе, чай. Вот у нас первый перекус в нашем путешествии. Ксюшка, дочь любимая. Ну, сын, он растущий организм, как пиццу лопает. Мама. Вот у нас какой супер пикник. Охо-хо. Вот такой у нас тут маленький развал. Есть жар, Ксюша? Да. Впечатление. Хорошо. От купания в этой реке. Река Тверца. А знаешь, а очень сильное течение вот туда. Дом. Кажется, я тоже думал, что туда. Какой дом замечательный. Желтый пакет с чем? Идиллия. Девушка готовит суп, а Тимка там ловит рыбу. Ксюшка красоту наводит. Вот Любашка сварила суп. Вот. А вот опять вот наш такой развал большой. На красивейшем берегу река Тверца. Что это такое? Подожди. Привет. Раз. Привет. Здорово. Путешественники. А где Катя? Пусть Катя машину сюда подгонит. Ага. Супер. Смотри, какой живопись. Здорово, мы купаемся. 60, да, видеофиксация. Встреча на берегу реки Тверцы. Слушай, у меня 9,3, у тебя 13, да? Но с твоими этими лошадиными силами-то... Не, ну 110, если ехать, нормально. Ну ладно, мы, короче, ярики. Нормально, нормально. Да, 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 да. Не выдало ничего из плавок. Пока нет. Ночью теплее была вода. Нормально, нормально. Да, 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 да. Ну вот, да. Ну да. Зачем? Надо же предупреждать. Все, давайте. Раз, два, три. Все снято. И видео снято. Тебя вот тут вот снято. Ну это не запрещено. Пока туда. Пойдем на фоне монастыря этого. Где мы? На фоне Твери. Газовая, это уж совсем старая, наверное, технология. Чё? Дизель-электрическая не бывает, бывает электрическая. Да? Они не Почему? Текстолитовые? Текстолитовые. Текстолит, это текстолит. Рофа из Лузбы. Раз. Ой, смотри сюда, два. Оп. Ага, давай. Прикольно.
Прибавил. Себя чувствует. Прибавил. А вы заняли уже свет? Вот у нас такой дом. Не знаю, даже не ведро, да, а какой-то прямо. Литров 30, наверное, 40. Да больше. Огромный. Так, вот жарим шашлык в таком барбекю комплексе. О, ой, здравствуйте. Папа. Ассаляму алейкум. Чё там? Я у него здесь баклажан. Ой, Ярик, я тут что-то сдвинул. Фокус, ракурс. А что такое? А что с ним? Это наш? А, это аппарат? О, все мы делаем. О, какая она столешная. Видео. Поесть-то, Даша, не... Да ешь, а чего? Все, пожалуйста, все, живая фотография. Да вы достали уже снимать. Все. Люба, будь добра, дай, пожалуйста, букву. Все, всех снял. Ко мне. Только мне вот 50. Может быть, телек выключить? Никого. Ну вот, сейчас мы пойдем с Тимошкой купаться. Папа, возьмите. Да, он что-то не хочет. Вот такой вот дом. Какой огромный паук. Есть и больше. Это вот он. Вот такой вот с голову. Вот от этого? Да, вообще. Ну а что ты здесь сидишь, папа? Ну, 5 минут. Другие какие-то. У меня нет других таких домов. Да? Да? Снимаю. Как бы, да, давай! Ты можешь, это выглядело не так эпично. Что это было? Какая старая. Слушай, ну ладно, примерно так вот. Папа, да? Давай потом я твоих ключей покажу. Ну давай, уже а ты знаешь, снимаешь, папа, давай, снимаешь? Не надо Филька, мне спину. Давай. Папа, ты снимаешь? Да. Костя, воду не хлебай. Да я не хлебаю. Папа, это тепло, а здесь их холодно сегодня. Ну да, это только. Ну что есть? Надо плыть. Нет, вода теплая. Папа, так я спрыгал своих ключей. Да. И все, и был Леха. Мы приехали в городок Кашин. Там такой собор. Вот там гостиный двор. Да не факт, верю. Не факт. Там не факт. Вот там не факт, и там не факт. А там факт. Где мы? Где мы? В Кашине. В Кашине на центральном мостике. Вот такая вот
Почувствуйте России, город Кашин, потому что вот это вот сердце России образует вот этот мост, чистое. Вот эта речка образует сердце, его называют сердцем России. Напоминает, знаешь, заросший море здесь у нас. Вот мы гуляем в Кашино. В Кашине есть работающая колонка. Где мы? Ага. Сижу, чтобы видно. Вот. Ага. Тима. Прикольно, хороший вид. Вау. Ребята, посмотрим сюда. Тима. А ярики не пошли? Нет, что, не понравилось? Нет. Ксюша, есть. Ну, прикольно. Хороший вид. Вау. Ребята, посмотрим сюда. Тима. А ярики не пошли? Нет, что, не понравилось? Нет. Ксюша, есть. Да. Вот все снимаю. На колокольне мы забрались в Кашино. В Кашине. В Кашино мы не были. Пап, стоп. Вот такой вид красивый. На колокольне Воскресенского собора. Вы хотели не подходить туда, Люба? Смотри, какой-то молоточек деревянный, когда. Где? Да, вид на речку очень красиво. Красота. Спиннинг. Ага. Прикольно было. Санишка. 3, 4. Костя! Тут красивый вид какой на купола. Вот все наши. Ксюша, ой, смотри, что у меня. Ксюш, смотри. Ой. Оп. Там есть, кстати, мы в музее каши и кашинских традиций. Кашины. Радиотелескоп. Какое? Нужно такое сооружение. Вот там радиотелескоп на заднем плане у нас. Вот Ксюша. А вот и Тимоша выходит. А вот Тимоша, выходит. Молодец. Давайте с темпи вот сделаем. Мы приехали на такую площадь. И папа. Вот. Тимош, и вот селфи. И вот папа снимает селфи. А видно? Да. Не особо, да, наверное. Есть. Ой. Пожалуйста. Мы в городе Калязин. Вот. Вот сына хочет встать, влезть в кадр. Вот он. О, как красиво. Есть. А там сзади Волга. Так, давайте на фото. Тима, встань, пожалуйста. Я жду, время идет съемки. Оп. 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 Прикиньте, так по 2000. Вот это колокольня Калязинская. Опять начался. Вот. Вот, которая затонувшая. Была затоплена в 1939 году. Да, и колокол засыпали, чтобы он не предвещал беду. Вот, странная логика. О! О! Вот они. А куда вы уже сходите? Давай. Вот так вот. Вот так вот. Да, сейчас я сделаю. Как, горизонтально? Опа, 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 опа. Да доктор, опа, 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 опа. Костя, иди сюда. Опа. Не. Еще раз, Катя, на бис. Да, вот так меня одну пыталась. Подождите, все, вы надоели. А есть ножик про такая... Нет, нет, нет. Вот наш такой развал небольшой на берегу Волги. В городе Калязин. Там вот
церковь, которая стоит на воде, колокольня. Вон она. Ух! Тимка, а? Смотри. Сейчас, церковь там. О, посмотрите все на меня. Есть такой... Мы приехали на Калязинскую радиолокационную обсерваторию. Вот мы здесь все. Вот это мощь. И там лестница, кстати. Тима, Тим, фото меня. Дети, повернитесь на раз, два, три. Раз, два, три, повернулись. Тима. Мы в Угличевском Кремле. Вот Тимушка. Все, мы здесь гуляем. Как классно. Мы в Кремле Угличе на берегу Волги. Вот какая тут красота. Палаты угличских князей, 1408 год. Трактор 36 года, вот такой вот. Пап, ну ты уже прям становишься все лучше и лучше с каждым разом. Я уже не сказал, лет. Вот. Да, уже прям как репортер. Так, вот там Угличская ГЭС. Вот здесь давайте вот церквушка, пожалуйста. Угличского Кремля. Ага. Ой. Ты что? Баб, не двигайся только. А что это? У тебя камера как в этом раньше была. Так, пап, куда нажимать? Там маленькая кнопочка. Сначала перелезь. Да, надо. Сейчас она такая... Туша какая, фу-фу-фу-фу. Слушайте, ну река-то крупная тут, и водится... Ничего себе, это что? Килограмм на 4. Треска, что ли? Наверное, да. Обалдеть. Вот это да. Тим, вот такую на удочку бы поймать. Вот да? Это да, слушай. Хищная. А как это, она сама умерла? Ну, может, от старости уже самая здоровая. Это треска какая-то, да, Люб? Угу. Ой, там от нее что-то идет, какие-то пятна. Тима, бензина. Тима, фу. Вон. Кстати, да, что-то идет. Смотри, что-то идет из жабра. Вот, я ее сейчас поковыряла и прям пошла. Ну, как зайдем прям по дороге, может быть, немножко туда. То есть, вот она вот. Дом-музей Калашникова. Не тот, который сделал автомат, другой. Свод.
Мы в Угличе. Ксюш, куда мы приехали? Минеральный источник. Вот здесь вот артезианская скважина. Магниевая вода на берегу Волги. Вот какая красота. Ой, смотрите, а что у меня такое тут? Фотография. Есть. Это мы около гидроэлектростанции. Ксюшенька, куда мы приехали? На гидроэлектростанции. В Угличе. Вот такое сооружение. Мы приехали на гидроэлектростанцию. Слева уровень воды ниже, справа выше. Вот мы подходим к пешеходной зоне, тут сломанный мост. Люб, может, не надо туда заходить? Не, ну что, ну хочется же. Слушай, вот там есть хороший пирс, там можно искупаться. Пойдемте вот снизу посмотрим. Вот так вот, сломанный мост. Все сломалось, лопнули, как их называют, стропы. Обалдеть. Вот это да. Видели вы такое? Я ни разу не видел. Краш такой. Ничего себе, просто реально. Тимка, Тимка, иди сюда. Смотри, стайка, рыбка там была. Во. Такая вода прозрачная. Да. Так, вот такой вот сломанный мост. Это Борисоглебск. Борисоглебск АЕ, да? Село или что? Да. Вот наши мальчики решили искупаться. Рядом с разрушенным мостом. Около такого моста. А сейчас кошечка приходила пить вон с той стороны. На той стороне белая кошечка приходила попить. Холодная вода. Да? Там по колено. Это похоже ручей. Переходит, да. Такое место. Река, по-моему, называется Устье, да? Слушай, не помнишь? Вроде. Да. Ну что? Еще раз. Стоп, нет, сейчас будет еще раз. Еще раз. Еще раз. Ну все, потом нужно вот так вести. Эту скульптуру подарил вот Церетели. Мы находимся в селе Борисоглебское. Вот тут такая вот хозяйственная деятельность осуществляется. Памятник затворнику. Как? Михаил Затворник? Вот там его церковь, а там монастырь.
Что мы, где мы здесь? Борисоглебский. Борисоглебский, нет. Там наша машина. Так, за мной встаньте слева от меня. Вот так вот. А, они, так они вот служили судовыми священниками на кораблях российского императорского флота. Приедем и катать? Ну, Ярославль будем смотреть. Там много вы смотрели? Ну, в пределах. Там. Не так, что через силу как-то. А вот их кладбище. Видите, монахов? На территории. Угу. И что-то очень аккуратно. Это ничего? Какая история? Все готово для этого. А вот интересный ход, где левая дверь, сплошная узкая проход, насквозь очень высокий. То есть, видимо, были, когда ворота закрывали, то нападает. Я был не высад, а потом стена. А колхоз, я думаю, был. Колхоз. Видите, первый пошел. Оп, оп, оп. Это вот вот сюда вот они дошли. В правом соборе были? Да. Мрачно. Мрачно, очень там темно. Да. Братик и сестричка. Мы приехали в Ростов, мы сейчас в Ростовском... Ростов Великий. В Ростов Великий, мы сейчас в Ростовском Кремле Великом. А где мама? Думаю, да. А маленькие? Слышишь, что под него заходит, он еще падает в лоб. Ну все, уже все, никак. А никак? Ну какой колокол. А все, никак. Мы поднялись на звонницу. В Ростовском Кремле. Как в мышеловке. Да, все, только если поток делать. Озеро какое, смотри, как оно уже море. Это озеро? Озеро, озеро, да? Мэра? Да. Средний колокол. А вот это самый большой. Ты смотри, какой у него вот этот звонок. Звоночек. Ого-го. Постучи по нему, какой у него звук. О. А я его даже вообще опустил. Ага. Я вот по железным чем-то для телефона. Да, не железный. Тим, давай теперь ты так встань. Осел. Слушай, ты достал. Отвалился. Осел, приди ко мне, быстро подошел сюда. Вы меня достали, если быстрее. Давай. Давай, Леха. Леха, тебе надо пообедать. Но тебе надо, чтобы Катя тебя накормила. Не ешь ли там? Да, не хочу, я с вами застань тебя спокойно. Катя. Катя, накорми его, что на тебя голодный, злой мужик? Он сегодня с утра такой. Потому его что... завела тетка, которую мы ждали, чтобы она закрыла нам дом и уже нас... Третий день на йогурте вместо обеда. Нет, мы сегодня очень вкусный творог. Бросаться творог, творожок. Ярослав, Ярослав, вставай, нас Леша сфотографирует. Давай, 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 я сфотографирую, доктор. Давай, давай. Thank you.
Спалился. Как это озеро называется, Ксюша? Там не задуло? Тимка, мне надо, чтобы ты это держал. Да, Вашка суп варит. Пишу тебе больше, так что жить, а ты не улыбаться, обещай мне. Там железная дорога, мальчишки купаются. Это место недалеко от Ростова Великого. Мне другое показалось. Чего? Ты подключишься к своему турбине-то? Ну, не знаю, придется вытаскивать аккумулятор. Или тебе тащить. Да, да, мы же быстро поехать хотим. Вот Лёха купается с Тимошкой. И с Костиком. А вот у нас Ксюша. Наш пикничок. А вот папа. Аккурат, держи удочку. Держи. Сандалем вот. Держи. Выходи, выходи, не отпускай. Я держу. О, докидал. Дальше, 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 дальше. 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 Какая крутая. Ну это щука. Блин, я смотрю, у него удилище дергается. Тимофей. Вообще-то крут. Офигеть вообще-то. Ты чего? Ну чего, отпустишь карандаша? Отпустишь? Ладно. Ничего, да это ей ерунда. Тимош, посмотри мне. Смотри, чтоб она тебя... Подожди, бабушке тоже. Подожди, сейчас. Все, снято. Я видел, видел. Да, отпускаем рыбу, отпускаем. Отпускаем. Все, все, она сейчас как... Все, все, ушла, ушла. Все? Ушла, да. Блин. Круто. Так, мы в центре Ярославля. Тут все занимаются активно спортом. Вот. Тут секции, да, разные вот? Да. Классно. Так, вот девушка нам ответила. Так, церковь, 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 вот церковь, вот церковь тут, и занятия спортом. И вот такой вид, шикарный. Успенский собор в Ярославле. Женщины сделают там. Так, вот мы жарим здесь. Угли пока жгем. Будем здесь мясо есть, которое Ярик купил. Вот наш дом. Это наш дом в Ярославле. Смотри, вы не вынес. У нас еще пару монастырей. Да, он уже все.
Все. За дорогу вот уже не поехали, где Алексей был. Сама села к ней, глянь, я тебе. Мы сейчас едем в город Мышкин, будем переправляться на пароме. Наш Мышкин через речку юхать на том пароме. Вот мои стоят. А там что? Сюда блоком ходит паром. Вот мои стоят. А там что? Сюда блоком ходит паром. Поплыли. А у тебя он один? У тебя на двери полное собрание. Там нету светофоров, пап. Там... Ну а что, кроме светофора ничего не ловит? Серебряно ловится только погода. Все, отплываем. Мы находимся в городе Мышкин. Вот сюда мы приплыли на пароме. Сам один. Никольская церковь. В том городке Мышкин. На, видимо, главной улице. Сзади Никольский собор за Ксюшей. Вот такая вот улица. А мы туда сходим? Вот Леха нас обогнал на такой грунтовой дороге в Бежецк из Мышкина. И погнал вперед. Остатки рыбы. Без короче. Получил. Кажется, никого нет, но на самом деле все наблюдают за папой. Оп-оп-оп. Кто-то слетается, кто-то еще не понимает, что происходит. И оп! Обороточку сюда. Сережа, молодец. Машина. О, товарняк идет. Мы находимся на станции Малышева. На любимой маминой маленькой родине. Медовый запах. Мы остановились в деревне. Как называется? Пархово. Пархово. По дороге к деревне Пятницкая. Любиной родины. Люба. Блин. Так, слушай, подожди, надо сначала найти. Я же не знаю, где. Мама, если там сейчас буду звонить Оле. Так смотри, там вот еще вон там вот. Так, вот мы приехали. Все, я нашел наушники, Круто. Я их потерял 2 дня назад. Нашлась могилка любимого дедушки. А вот это бабушкина сестра. Угу. А ну, там была, когда я была у бабушки на гостиле при нас. А кто тут все поправлял? Ну вот видишь, это Оля, они же были в том году, они здесь накрылись. Будешь фотографироваться? Ну встань на меня. Тимофей там. Мам, ты можешь присесть прям рядом? Да, вот сюда. Посмотри, мам, Тимош, можешь в сторону отойти? В 95-м? Выезжает с летнего астронавта на космическом корабле Crew Dragon Тимофея Николаева. Это были испытания.
Приехали на Любина, малую родину. Здесь она проводила очень много времени. Деревня Пятницкая. Идет по своей деревеньке к бабушкиному дому. Стой. Вот эти яблони были с маминого детства. Здравствуйте. Здравствуйте. Ой, и живая душа. Ехали девушка с молодым человеком и с ребенком. И она говорит, ну спроси, а мы думали на качелях покачаться хочет. Ребенка попросить. Мы говорим, ну если в дом... Нет, давайте. Если в дом... А уже разулись. Посмотреть, то, наверное, красиво. Ну что стесняться-то, конечно. Так, веранда. Да, слушайте, вы как поспали, ребята, слышите? У бабушки ночевали. Не разувайтесь. Уже. Ой, шкафчик наставить. А как же, что вы? Сервантик. Ой, вообще, слушайте. Мама, ты где спала? У нас тут, ну, здесь у меня одна внучка и сын с невесткой приезжают. Но все из деревни и тут тусуются. Сервант еще. Сервант. Ой, да. Сервант. Да. Нет, ну вот это у нас стоял в доме у бабушки, а это здесь. Нам просто другой отдали сервант. Мы решили ничего нового не покупать. Ой, как потому здорово. Потому что нам это все нравится. Ой, Борис, как хорошо, что вы здесь. Я просто хотела хотя бы снаружи посмотреть. А тут вообще такое счастье. Ой, вот этот вообще древний. Я хотела его перенести на кухню. Думаю, покрасить он его, очень тяжелый. А его нереально он даже поднять. Сдвинуть, да. Ого. Я помню, бабушка говорила, вот это с места не сдвинуть. И поэтому у нас там все инструменты лежат. Там. Все. Проходите. Хотите посмотреть? Проходите. То есть ни планировки никакой, мы ничего не меняли. Как здорово, что вы сохранили все. Печка, слушайте, как было вообще. Но печка уже не рабочая. Мне все говорят, надо ее снести. Я тоже пекла, когда мы только купили. Настоящая печка, да? Да. А что там забилось? Что-то там, да? Может? Нет, она начала рассыпаться. Сыпется. Да. И вот я ее бинтами гипсовыми обклеила. А то там, то сям уже дым выходит и страшно. Ну да. То есть мы решили даже... И угарный газ же ведь может пойти. Мы только что вот поклеили, а решили как бы вот, ну ничего, мне все сломай. Она мне, говорю, не мешает, пусть будет. Как здорово, что вы сохранили так тут все прямо. Слушай, как нам... Пешура сказала, это столовая. Вот мы и сделали. Только здесь стояла... плита была. Да. Ага. Она стала коптить, и мы ее убрали, вот поэтому там маленькая. Ага. Здесь стоял сундук, мы унесли его в чулан, и туда складываем консервы. Ага. Как холодильник. Как холодильник, как, да, погреб. Да. Как погреб. Вот, слушайте, такая. Как приятно вообще. Вот это тоже, они такие вот теплые были, мы даже зимой приезжали. Одну затопил, другую. И тепло. Дома в футболке, да? Ходишь, да? Зимой в мороз. С двух сторон. Да. Да, вот здесь стоял шкаф. Мы просто это самое. У меня, когда внучка была маленькая, мы как раз там удобно диван помещался. Диваны единственное, что вот один мы выбросили, потому что он вообще... А один мы вынесли в синях, оставили там, что вот только два. И здесь вот у меня дети.
От борщевика единственное. Ужас, вот борщевик, нам. Вот мы там ехали, говорим, у вас тут выше, мы такого не видели, наверное, два роста наших. Так, а мне вот огромные. Пришлось даже рядом платить за сеткой, чтобы мне скосили, угу. Там трактором проехали, его размяли. И вот очень сегодня много. Косила, хожу с триммером там вот, чтобы он не зацвел, он даже маленький начинает уже цвести. Да. И травы засеяли столько, и вот баню только что единственное пришлось нам старую сломать. Ну она, конечно, уже такое состояние. Пойдемте огород посмотрим. Она а можно просто... еще туалет посмотреть? Да. Посмотрите. Слушайте, вот это вот защелка, я даже помню вообще. А, у вас тут закрыто? Нет, открыто. Это там, просто здесь цыгане ходят, думаю, они такие умельцы. Да? Да что вы, серьезно? Поэтому если я там где-то в огороде, я на защелку еще и замок закрываю. Да? Вот еще перышки, да. Да, я прям сидишь, так страшно было. Ой. В детстве. Да? И там пришлось, у меня внучка все время боялась, и пришлось даже закрыть клеенкой, чтобы со двора там еще и кошки прыгают. Ой, ой-ой-ой, я даже... Слушайте, пол тут же. Прям все так же, да? Угу. Ой, кошечка там. И, ой, их тут много ходит. Нет, нет. Она сама приходит, да? Тут не одна, их прям тут много ходит. Вот единственный вот этот вот диван. И то вот сейчас вот кошки тут еду мне со двора приносят. Там вот чулан, да. Ну, яйца хранились. Как чулан, но рай. Вот сундук сюда перетащили. Лестница на чердак, я помню, там лазали, всегда старые какие-то вещи были, которые там у бабушки просто годами лежали. Слушайте, прям запах тот же. Да? Пахнет вот, вот этот вот, такой холодненький. Ой, как здорово. Просто красота. А это кто такие? Что так? А это я на улицу. Вот это у меня внучка, когда была маленькая, шили. А, как интересно. И она у меня таскала. А потом я на улицу высажу, бабушка идет, одна тетя Паня, знаете, наверное, Речина, там жила. Кричит, Валя, Валя! Я выскакиваю, что случилось? Что ж ты в такую жару девку-то на качелях оставила? А там бабка сидит нога на ногу, а у меня еще и девка-то не приехала. Что такая на улице жара, я-то в доме, а девка-то у меня на улице. Качается, да. Да, никакого роста-то можно... Ну, как ребенок, да. Что она такая маленькая, а ты ее вот бестолковая в жару оставила. Все вот так. Сфотографируйся я здесь вот. Это помню, вот даже... Вообще ничего нет. Людям вообще работать негде. Вот я в мае приезжаю, пока тут посею туда-сюда, и выезжаю. Вот там пара молодая, они вот ходят, косят. Так вот, не поверите, неделю назад, вот я сегодня как раз по кругу опять пошла. То есть вот это все скосило, и вот это было неделю назад. Вот опять один борщевик. Ого. Так думаю, надо... Вот идем на ключ Святой Проскевы Пятницы. Святой источник. Где мы? Это мы на источнике Проскевы Пятницы. Вот там домик, это купель. А там холодная вода, да? Да. Ну, Тимошка набирает воду ключевую. А это нужно, если тебе есть какие-то вереси, там попросить? Ну, это православие, там есть определенные праздники. Вот такая вот купель. Все? Все живы? Мама упала, подскользнулась, ну, вроде встала. Вот купили. Еще раз смотри. Ну я тебя так. Как тебя вот так вот. Все, давай. Угу.
Как будто ничего не было. Там же не видно. Слушайте, а тут незабудочка. Не видно. Все ж незабудочка. Да. Ваше лицо помыть вообще так приятно. Так он как бутылка запотела, освежает, которую ты набрал. Освежает очень. Ксюш, присядь еще эти. Никола Церебенский, женский монастырь. Люб, тут такое все и было? Ну, сейчас не сразу. Может, где эта кошечка, где ты купалась в детстве? Нет, я купалась вот там, ближе. Ой, какой песочек здесь хороший. Ух ты, я красота. Только очень сильное течение. Вот мы остановились в месте. Река Малога. Лисины, река Малога. Вот такой вот у нас вид. Малога. Ксюша кушает. Ксюша у нас будет лингвистом, наверное. Нет, не буду. Не будет. Я буду математиком. Будет математика. Вот такой наш развал пока. Такой рой комаров вокруг нас. Вот продолжается установка палатки. Полчаса. И домик уже стоит. И это только начало. Угу. Сима, сюда, слышишь, вот сюда заломался дом, посмотри на него сбоку. Поставили палатку, обновляем палатку, даже говорить трудно, такой ливень, вообще. Блин, по-моему, мы поставили в яму палатку, она сюда идет, вода. Блин, а как тут? В яму поставили. Да? Сейчас воды нальется. Ну, мы молодцы. Ну, она вот чувствуется уже, что там... Будем на воде? Да, надо на холме. Но нет, здесь вода, она уйдет. Мне кажется, волна сейчас пройдет. Да, и пройдет, и все. Смотри. Не трогаем изнутри, нельзя трогать. Иначе будет протекать потом палатка. Она расстраивается, не понимаю. Расстраивается, долго лежит. Думаю, блин, взяли в путешествие, а я все лежу. Друг для друга под утро, ведь нам не быть с тобой вместе, ты знаешь. В прошлой жизни очень много замков, лишь просто дай тебя отниму, вместе полетаем по. Такая вот у нас тут жизнь кипит. Жены. Вот так все это выглядит со стороны. Первый раз сложили такую палатку. Опа. И все это на берегу прекраснейшей реки Малоги. Что типа это рыбка, и у нее есть глаз. Более правдоподобно. А, ну да.
Вот мы с Тимошкой ловим рыбку на реке Малага. Вон там папа снимает. Да. Мушкары тут столько. Ну, давай смотри, я буду себе считать, а ты будешь мне считать. И сколько у меня, это будет вычислено из твоего. Нет, слова паразиты, ну, типа так бы. И сделку. Давай. Ты каждый день идти к цели. А то, что ты приехал, ничего не делаешь, ну... Так давай ты будешь решать проблему еды, расстановки палатки. Так уже все решено. Так давай мы все сдуем. И появится задача. Люб, ты снимаешь, а я тебя снимаю. Все наше семейство на такой живописной речке. О, какая красота. Ага. Боком это если близко надо кинуть. Тимка учит. Ксюша, ловить рыбу. Окунёк у нас на рыбку клюнул. Вот первая была рыбка, а это вот окунёк. Давай, отпускаем окушка, который сейчас поймался. Опа, и все. Вот такой же за мной гнался. Блин, так вот. Видишь, у неё красные глаза? Вот второй окушок. Такой. Отпускаем, да? Ну что с ним? Прям крупный такой, покажи. Крупный. Знаешь, окушок такой. Покажись, стоп. Сфотографирую тебя. Оп, все. Вот сколько мышкары здесь. И папа по телефону сейчас ползает мушка. Вот. Репортаж. Вот. Опять вот. Так, папа, стоп. Сначала. Свод не пойдет. Проснулись. Папа. На берегу речки. Потом будешь пересматривать. Купаемся на речке Малага с утра. Отъезжаем. Малага, Саша, Малага. Первая. О, какая красота. Здесь молочок. Вот здание построено в 1851 году на частные средства по индивидуальному проекту, но выглядело немножко по-другому. Сейчас его испортили. Мы в сквере в Вышнем Волочке. Кто такой Венециана? Художник. Мы в Вышнем Волочке. Берега гуляем. Здесь много каналов. Венецианские, тут что, каналы? Сквер. Сквер Венецианский. Вот этот весь сквер Венецианский. Что за собор? Собор явления. Господне. Пап, все?